Здорово, бандиты и бандитки, с вами, как всегда, спикер, и продолжается РДР 2, реальная жизнь. И, дорогие друзья, вы писали комментарии, что это лошадь Артура из прошлой жизни. А на которой я сижу, меня спасла. Она маленько худее, понимаешь, красуля версия 1.0 немного худее. По карте показывается даже, что она это уже моя. Видишь, у нас две лошадки, то есть дикая лошадь и моя прошлая лошадь. А пиши комментарий, какую из лошадок мне выбрать. Я думаю, седло можно будет купить потом, прикупить, потому что это красили. Понимаешь, мы ее поймали с помощью УАСО и, конечно, что ты ковыряешься в носу, а? Бери вкусняшки, бери попкорн, поставь лайкосик прямо сейчас же. А, не понимаешь, что такое. Также пиши комментарий, какую красулю мне взять, либо эту... который меня спасла, с которой я охотился, либо эту. Мы поскакали, знаешь, куда? На просторы РДР. Ты понимаешь, мы скачем куда угодно. Мы отключаем карту и скачем. Ты пишешь комментарий. Будь хорошим, будь шерифом. А находи плохих ребят, убивай их. Убивать можно плохих ребят, и тебе ничего за это не будет. То есть можно все офигенно развиваться в реальной жизни. Итак. Кстати, моя лошадь скачет вместе со мной. Видишь, как? Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Обратно-обратно! Поросенок! Чуть бы не бил поросенка. Вызвали местного шерифа бы, и тогда бы меня повязали бы. Ну что, скачем на поля, скачем охотиться и изучать этот дивный мир. Смотри, мы скачем на закат. Скачем на запад. Здорово! Ай, смотри, у меня две лошади, обалдеть. Слушай, ну это не дело. Это реально не дело. Ну-ка, тормози, Артур, погоди. У нас две лошадки, это здорово, конечно. Но смотри. Смотри, что нужно сделать. Ну-ка, погоди-ка, вести. Отпустить ее. Во. Все, иди домой. Канай отсюда, обиделась. Смотри, обалдеть. Вот этой лошадке надо уход. Смотри, она грязная. Она, видишь, такая маленькая... Ну, ей нужно что-то вкусненькое дать. Смотри-ка, у нас есть вкусненькое, да? Есть же? А, погоди, что у нас есть же вкусненькое? Я хочу дать... Есть. Смотри-ка. Давай-ка, взбодрись. О, нормально, с зельем. Вкололи. А, ну что, погнали. Поскакали. Искать приключения. Искать охотиться. Убивать, конечно же, животных. И снимать с них шкурок. Мне нужны патроны сейчас. Но, секундочку, у нас были какие-то денежки. Можно было купить боеприпасы, хоть какие-нибудь, наверное, можно было купить. Ну, хорошо, мы сейчас маленько походимся, вернемся обратно и тогда прикупим боеприпас у торговца. У нас есть только револьвер, есть у вас свой ножик и все уже, какую серию. Смотри, сколько там дичи. Давай, красулька, давай. Как в старые добрые времена, мы снова на охоте. Мы снова на коне. Так. Антилопа, что ли? Не, погоди, какая шустрая такая, смотри, какая. Лосо готовь, бросай на шею. Промахнулся. Энергия пока есть. Давай, красуля, давай, вперед. Смотри, как меняется, резко меняется. Я не могу прицелиться даже. Кидаем наперед. Кого-то сбил, что ли? Стоям бы. Ох, нет. Ух, реально жарко, знаешь, охотится довольно так жарковато. Сейчас найдем. Отдохни, пока наберись сил. Пока набери сил, отдохни. Сейчас мы кого-нибудь найдем. А, конечно, нужно купить патроны, сбивать птиц. А охотиться уже, конечно, с помощью пистолета. Вон там кто-то есть, смотри-ка. Кто-то есть. Сразу дёру. Есть две тушки. Тушки есть. Нужно маленько поохотиться, продать шкуру, купить боеприпасы, и можно уже стабильно охотиться. Какие шустрые. Сложный очень ландшафт. О, как ты со своей задницей. Давай, ловим. Артурчик, давай, не стесняйся. Нормально. Поймали. Давай, энергия есть. Есть энергия. Мясо надо. Нужно перекусить, нужно пожарить мяско. А кто это у нас? Руби его. Ух. Красота. Виорок. Так, берем его. Берем мяском, берем шкурку. Все забираем.
понимаешь, на первых стадиях будет охота. Ну, конечно же, будет у нас и грабежи. Когда уже мы во всем это вникнем, когда уже все это дело прочухаем. Чтобы, знаешь, прочухать Дикий Запад. Насколько он опасный погрузить. Насколько он дерзкий. Насколько здесь сложно выживать. Красуля, все нормально. Тебе нужно маленько все-таки, наверное, пополнять, потому что ты такая, знаешь, худенькая все-таки. Но, продолжаем охотиться, продолжаем искать дичь. А можно, знаешь, как-то на бегу прыгнуть на жертву и с ножиком ее зарезать? Там послышалось, нет? Теперь я знаю, где находится городок. Ну, я, видишь, маленько разбираюсь уже, куда идти. Потому что мы уже на равнине. Какие-то есть зайцы бегают. Которых можно позбивать. Сбил? Нет. Я его не сбил, кстати. Но поймать его с помощью лосо, конечно, не получится. А вот сбить его... Еще, понимаешь, проблемка. Проблемка. Видишь, как он грезка. Смотри, какой шустренький... ушастик. Я его зажму сейчас все равно. Давай, ушастика. Все, ушастика нет. А нет, он живой. Я не понял. Как так? Я вроде его задавил. Можно с помощью осо поймать его? Ну-ка попробуем. Ушастика поймать с помощью осо. Это, конечно, нереально. Поймать эту маленький. Нет, нереально. А, к черту его. Напрягает мелкий меня этот. Смотри, сколько зайцев бегает. Зайцев реально много. Можно включать режим и сразу их гасить. Погнали в городок. Но сперва поймай вот это еще одно животное. Олень. Антилопа. Антилопу, знаешь, походу на антилопу, так знаешь. Скач, смотри, как скачет. Красиво. Обалдеть, красота. Мне беленький нравится. Я хочу беленький рогастый. Рогастый? Эх, да. Давай, рогастого. Поймал с первого раза. Все, он мой. Руби его. Видишь, как с помощью осо можно поймать. Нашли красулю, поймали красулю, и теперь я всех подряд могу половить. Обалдеть, самец, олень. А если взять его живьем и продать его, знаешь, живьем уже торговцу? Потому что местечко у меня есть, тут, понимаешь, сразу все я продаю. Грузим его, стой, красуля, стой. Погрузить. Городок рядышком здесь, продаем, покупаем боеприпасы к нашему пистолету, револьверу. И начинаем охоту уже. По-серьезному, по-взрослому. Но мне нужны сапожки, мне нужны снова шляпа. Я бегаю, видишь, как без шляпы, босиком. Рубашка какая-то. Тельняшки или просто такой рисунок. Или такие грязные уже. Мне еще принять нужно душ, конечно же. Но когда светит солнце, это потрясающе. А вот ночью бандиты вылазят из всех нор. Понимаешь, перестрелочки. Дикие перестрелки, они пытаются тебя убить. Особенно, знаешь, где ты находишься? Далеко от города. Вон там бандюган очень много. Там опасности пруд-пруди. Побежали, лиса, что ли? Погоди, лиса была? Можно включать такой режим и смотреть, где следы, какие-то запахи. Охотиться, нет, не вижу никого. Поскакали дальше. Как тебе, красуля? Как тебе вообще рубрика? РДР 2. Реальная жизнь. Ну, конечно, понятно, все долго развиваться будет. Но тут самый интерес. Самый сок. Понимаешь, с самых низов подняться. Что потом, что добиться. А чего добьемся? Мы найдем офигенный себе домик. Какой-нибудь, знаешь, обалденный домик. А тут есть, знаешь... Много мест интересно, где можно обосноваться, а где можно, знаешь, жить. Найти себе женушку, красотульку найти себе. Конечно же, легкое поведение, потому что на Диком Западе женщина обычно легкое поведение, если она одинокая женщина. О, пригнали. Ну что, продаем сразу тушку. Так, красуля, стой. Продаем тушку, сколько это будет дело стоить? Сразу, понимаешь, рога, мясо, шкура, сам разделываю ее. Так интересно, дороже будет или нет? Вот в чем вопрос. 17 баксов, кстати, у меня. Мясник. Продать.
мясником. Какой ты весь. А где тушка? А получается, это так и получается, да? То есть, не тушку. Так, груз на лошади, во. Это шкурка, груз на лошади. А продать, погоди. Это так и получается, по отдельности. Компонент, тоники. Вариант, нет, не том. А недавнее. Давай, мяско продаем. А... О, хорошая туша оленя, 6 баксов. Смотри, целая туша, 6 баксов. Хорошо или плохо, я не знаю. Если нужно, понимаешь, нужно смотреть. Нужно разделать тушку и в следующий раз продать тушку. 27 баксов. Косуля, ты что навалялась здесь? Правильно, здесь равно свинарник. А здесь равно свинарник конкретный, сдавай-ка. Что у тебя? Что у тебя? А. Уйди. Нужно отдыхать там. Отдых нам не нужен. Так, поскакали. Купим патрончики. Мне нужны сейчас патроны. Сейчас мы поохотимся с тобой. Да, но есть еще время, ты знаешь, поохотиться. А, пока светит солнышко, можно еще поохотиться. Тормози. Привязать лошадку обязательно. Ух! Смотри. Смотри, решили. Решили разобраться. Смотри, красота. А, мордобой. Он всегда хорош на Диком Западе. Ты же знаешь, да? Когда в грязь, знаешь. Хари в грязь, весь в грязи, кровь. А у них... О-о-о-о, тихо, меня не сдави. Что за пробка здесь? Что за пробка? Красулю мою не сбей. Что тут за пробка такая? Врезался. Пойдем торговцу. Пойдем покупать боеприпасы. А... Welcome. Здорово, бандит. Мне нужно купить боеприпас. Кстати, ну ты не оружейник, как я понимаю. Возможно, у тебя будет дороже. Продать не могу, больше ничего нету. Я хочу купить у тебя боеприпасы. И купить шляпу. Да хотя, к черту шляпу, а боеприпасы. Именно на мой револьвер. Как это понять, кстати? Патроны, револьвер, пистолет. А у меня револьвер, правильно же, 1 бакс. Ну-ка, давай купим, наверное, одну пачку. Сколько здесь штук? 1 бакс, коробка 60 обычных патронов. Всего лишь за 1 бакс 60 патронов. Я беру, я смотрю, что у меня, какая пушка. А у меня вроде бы револьвер. Ну-ка, погоди-ка. Я хочу выйти отсюда. Да, нужно выйти сперва, чтобы не доставать оружие. А на улице посмотрим. Надеюсь, тем. Красуля, стой. Она привязана. Да, кстати, 60 патронов. 1 бакс. Это... Ой, убери. Артурчик. Не кипишуй. Все, ништяк. А покупаем еще. Я не знаю, сколько можно прикупить. 26 баксов у меня есть. Давай-ка. Боеприпасы. Патрончики. По баксу. Ну, это вообще дешево. Покупаю. Все это дело покупаю. Все, максимум купил. А, все, 200. 200 максимум, вижу, да, 200. Все продано. Все, у нас больше нет никаких пушек. Хотя, знаешь, пушки можно посмотреть, наверное, уже не у тебя, да, как понимаю. Ну-ка, погоди-ка, сейчас мы глянем. А есть ли у тебя пушки? Боеприпасы, тоники, а пушки у тебя, походу, нет. Уход за лошадью. А это надо. Красуля наша будет красивая. Лекарство для лошади. А лекарство. А мне нужно, знаешь, такой... А есть что-нибудь? Вкусняшки. Вкусняшки есть у тебя? А что, вкусняшек нету, что ли? Я хотел вкусняшки для своей красули. А... Кофеварка. Масло. Чего здесь только нету? Кстати, нужно масло прикупить. Потому что чистить оружие обязательно надо. А... Так, а я могу купить? Нет? Погоди. Получилось. А, 2 получилось. Ну хорошо, купил. 2 или 3. Стрелы, кстати, есть. 50 центов? Сколько стрел-то? 50 центов. У меня уже есть стрелы, кстати, смотри. У меня есть 7 стрел, но у меня нет лука. А он мне нужен. А где купить можно? А где можно лук купить? Чтоб я мог, знаешь, охотиться уже. И шкурку не портить, самое главное. Погоди, вот Валкомста. Вот они, яблочки, а морковку, кукурузу я все это дело куплю, чтобы кормить свою хорошую красульку. Так, есть груша еще. А соленое мясо. Это все, понимаешь, центы. Ну, это надо, чтобы животное тебе, знаешь, относилось гораздо добрее.
Так, что у нас? Фасоль пошла. Это мне уже. Нет, я буду есть просто... просто есть буду мясо, которое буду охотиться. Ну... Все посмотрели, все офигенно здорово. Купили патроны, теперь можно реально поохотиться. Ну, погнали поохотимся, постреляем, поубиваем диких животных. Красули на месте. Надо будет купить, конечно, ЕС-2. Здорово, мадам. Принять нужно ванну мне, кстати. Ванну. Как раз здесь можно принять и ванну. Что там, мордобой? Там можно его ограбить? Смотри, кобыла торчит. Мертвая. Обалдеть. Так, пойдем примем ванну. Да, примем ванну. А, время-то пока есть еще, понимаешь, солнышко пока светит. Примем ванну, довольно дешево, наверное, бы стоит. Ну, я думаю, 50 центов, но не больше. Ну, доллар. Здравствуй. Это гостиница, кстати. А, принять ванну 25 центов. Комнату 1 бакс. Так, мне ванна нужна. Ванна. Спасибо. А где у вас? А где, кстати, ванна здесь? Погоди, а где у вас ванна? А, вижу. Вижу по карте. Вот здесь находится. А какой этаж? Первый или второй? Не подскажешь, хозяин? Пойдем на первом проверим. 12 баксов, понимаешь? Для нищеброда я еще нормально живу на Диком Западе. А вот... Ух, расслабончик. Так, можно потереть голову. А, давай-ка. Помоемся, понимаешь, нужно помыться. Тереть. А, нужно, понимаешь, нажимать, тереть себе. Помыться. Мне нужна помощь. А, мне нужна помощь. 50 центов. 50 центов. Давай, заходи, красотка. Заходи. А, помощь пригодится всегда. С чем пожаловал? Потри мне спинку, дорогуша. Потри мне спинку. А, отработать свои денежки, потереть руку. Давай, потри мне, потри. Начал одну руку, потом вторую, потом третью ручонку, мне все потри. Без болтовни. А пускай болтает, принц. Да все офигенно, спустился с гор, понимаешь? Отбился от волков. Так, что мы, поболтали. А левую ногу давай, правую ногу, тоже помоешь. Что ты еще умеешь? Все помыло. Ух, обалдеть. А, расслабончик какой пошел, да? А, все офигенно. Болтать, поболтаем. У меня нет проблем, я в шоколаде. Все офигенно, понимаешь, детка. А, все, выходим из ванны, и пора идти на охоту. У нас осталось 11 баксов, и довольно неплохо. Приняли ванну, купили патрики, и сможем поохотиться. Ну что, Артур, давай-ка. А, давай-ка, сейчас постреляем, понимаешь, мы свежо, мы вышли, все офигенно. Красуля, ты там стоишь на месте. Здесь пробка у нас какая-то. А, поскакали, правильно, нагать здесь, нагать. А у нас скоро будет уже вечер. Хотя уже вечер. Давай, красуля, поскакали. Нужно выйти из города, потому что здесь в районе пока что нет никаких животных. Нам нужно двигаться куда-то туда, в ту сторону. И поохотимся на среднее животное. Ну, хотя можно даже и взять среднее животное с собой и продать. Всего лишь одно. Либо поснимать много шкурок и тогда уже продать шкурки. Тоже довольно неплохо. Но самое главное, я выхожу из города и у меня уже есть. У меня есть уже патрики. Да. Вот они. 200 патриков. Револьвер. Дикий Запад. Наконец. Наконец-то я купил патрики и смогу спокойно теперь отстреливать. Я думал, будет намного, знаешь, дороже стоить. Там какие-то проблемы, что ли? Погоди-ка. В чем проблема, ребята? В чем проблема? А, считай это предупреждение. Вы кто такие, ребятишки? Танцуй отсюда! А знаешь, если будет первый стрелять, и если буду я стрелять в ответ, значит, это будет просто самооборона. То есть, это не будет считаться убийством. Негодяй. Так, ну что, можно уже пих-пах, понимаешь? Пих-пах уже можно сделать. А достаем наш револьвер. Мы сразу ищем животное.
И я сразу его убиваю. Первое животное должно получиться хедшотом. Но револьвер, знаешь, не то оружие, а при котором бы... Ух! Есть! Дичь. Дичь есть уже. Здорово. Сделаем перезарядочку. Хе-хе, обалденно. Понимаешь, плюхи. Плюхи нету карты в том, что я не вижу, где моя дичь. Вот она, вот. Красуля, стой на месте. Заберем мяско, заберем перепродадим все это. Ух, какой большой. Гриф. Взять с собой, либо общипать. А давай-ка возьмем с собой. Давай. А могу навесить? А, бросить, общипать. А, видишь, у меня нету. Нету C2. Ну, давай общипаем, давай его. Общипай хорошенько так, чтобы больше денежек заработать. И поскакали, поскакали. А, это гриф, индейка. Ну, здорово, здорово. А у нас появилось мясо. Мясо есть, перья, можно все дело продать. Но вот здесь можно поохотиться уже что-то на покрупнее, чем какую-то летающую индеечку. Где? Где добыча? Вот там же какое-то происшествие. Погоди, сейчас подбежим, посмотрим. Возможно, кому-то нужна помощь. Ну, а если что, я буду сразу же наготове и отстреляться я смогу. Друг мой. Что такое? Кого-то спугну, что ли? Ты на охоте? Я тоже на охоте. Погоди, я тоже на охоте. Я тоже на охоте. Давай, конкуренция у нас есть. Кого он выслеживает? Давай-ка. Ну-ка. Хочу. Посмотрим, что здесь. А что тут есть интересного? Я не вижу никаких следов. Следы свежие. Кого следы? Ну не медведя, точно. Давай, я вместе с тобой. Если что, сразу же буду стрелять. Пока никого не вижу. Надеюсь, это будет не засада какая-то. Уп, смотри. Бандит, ты видал как? Воу, спокойно, не будем агриться. Просто уйдем и все. Он просто испугался и все. А, сделай перезарядку. Надеюсь, не будет за мной огнаться. А он гонится, смотри. Но он успокоится, я думаю. Мне не надо это, знаешь, убийство. Мне не надо это. Да хотя нет, это Дикий Запад. Где он? Чертов два. Он сзади. Сам напросился. Это Дикий Запад. Ух! Вынесли. А есть ружье, кстати. Взять его. Нормально. Карабинчик появился. У нас появился какой-то трупик. А можно трупика избавиться. Понимаешь, нужно брать. Ограбить. Что у тебя есть интересно? Смотри, какой огрызается. Я просто наохотился. О, у тебя есть шляпка. Шляпа. Взять шляпу. А вот шляпка мне пригодится. Ну, знаешь, хотя бы такая простенькая. Обалдеть. А пускай валяется в кустах, его никто не найдет. А где моя красуля? Секундочку. Красуля, ты где? Красулька? А, вон она, вижу. Видишь, все-таки карта есть какая-то. Видишь, включаю, и я вижу карту. А вот моя красуля. Все с ней в порядке. У нас появился карабинчик. Сколько? 7 патронов. А, и, кстати, патрончики я взял, походу, у него. Так, красуля, держи морковочку, давай-ка, держи морковку. О, все офигенно, видишь, как попиталась наша красулька морковка. А, пару центов стоит, но это стоит того. Так, где? Где средние животные? Где олени? Где? О, там есть... Ну, это лошади. На них охотиться нельзя, вообще запрещено. Но можно с помощью лассо их ловить. Здорово, лошадки. Беленькая такая прикольная, да? Снежок. Кличку можно дать. Смотри, какой беленький. Но у нас есть карасуля, и это здорово. Так, ну что, где? Где оленя? Где здесь дичь какая-нибудь? Мелкая хотя бы дичь. Я готов и зайцев подстрелить. Можно с помощью орельного глаза глянуть. Так, это следы? Нет, не следы. А вот, вижу следы. Вот они. Будем выслеживать животное, видишь? А куда-то туда идет. Так, можно сделать фокус.
А вон я вижу, смотри. Давай, 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 ковбой, вперед. Давай, красуль, вижу три цели. А, знаешь, буду, наверное, снимать шкурки. Сейчас поохотимся. Поохотимся красиво. Поохотимся со вкусом. Минус одна цель. Хорошо снял. Минус вторая цель. И третья. Ух, нормально. Сейчас самое главное найти, понимаешь? Где, где? Где? Не вижу штушка. А, вот в кустах. Стой, стой, стой. Там еще две цели. Ну, три. Три достаточно, чтобы снять шкурки, чтобы снять мясо с них. А, давай, красивенько, посиди пока тут. Видишь, как мы красиво сняли их. А, все. Снять мяско. Снять них шкурки. И отвезти торговцу их продать. Пока мы, понимаешь, развиваемся, пока мы собираем патроны, какие-то оружия, мы пока возле одного города находимся, чтобы потом уже идти куда-то дальше, покрупнее в города, чтобы иметь что-то у нас уже за спиной. Погрузить. Сейчас вернемся мы обратно. Мы найдем все равно эти тушки. Обязательно найдем тушки эти. Побежали. Побежали. Сейчас будет ночь, а вот ночью тоже будет охота. Но охота не на животных. А охота будет на опасных преступников. А, видишь, видишь, вороны, видишь? А, да-да, они, кстати, слетаются. Там, где тушки. Видишь, как можно найти? А, в той стороне, что ли? Можно, конечно, посмотреть с помощью вот так. Видишь, чуть проверь. Чит-карта. Но это ничего не беда, видишь? Хотя бы, знаешь, не тратим времяца и быстренько находим. Ну, по этим стаям можно определить, где находятся тушки. Они будут слетаться. Так, взять мяском, видишь, они будут слетаться и будут опускаться вниз, я думаю. Я смогу увидеть, где находится моя третья тушка. Где-то вот здесь, видишь, правее. Вон там, а вон, видишь, слетаются тоже. Видишь, стая, видишь, какие стаи. Они потом будут глодать остальные куски мяса. Ну, бросай. Ой, куда бросил? Подними, подними, не сюда брось. Погрузить надо, а не бросить. Погрузочка. Смотри, какая красулька у нас, да? Обалденная, да? Как поймали мы. Ты помнишь? Ты помнишь? Напиши в комментарии. Да, я помню, как ты ее поймал. Это было здорово. Так, так, видишь, тушки, тушки. А где-то возле дороги было все дело. Ну, сейчас найдем, сейчас найдем. Темнеет, темнеет. А, мы посмотрим так. А, нет, погоди, погоди. Вон там, кажется. Да, вон там, возле дороги. Где-то тут-то. Дальше, дальше, дальше. Первая тушка где-то тут-то. Во! Темнеет, смотри, как быстро стемнело-то. Вроде не в горах. Так, ну что, нужно опасаться. Потому что сейчас наступает ночь. Так, все. А испортилось гниво? Погоди, а где? А где моя свежая тушка? Возможно, ее уже склевали. Ну хорошо, две тушки мы взяли, и то это нормально. Здорово, бандиты! Hey, friend. Смотри, чувак вроде огрызался, который забрал карабин. Но нормально, видишь. Нету свидетелей, а лучше всего нету трупа, нету дела. Вот все так. Если кого-то убить, конечно, нужно избавиться от тела. Сбросить его в речку, закопать его где-нибудь подальше, заныкать в угол. Побежали, наверное, в город. Сейчас же уже стемнеет. Нужно продать наши шкурки, наше мясо. И кое-что себе пожарить тоже взять. Потому что с помощью мяса можно поднять всех хп. Так, убей-ка. Карабин. Теперь, кстати, могу купить патрончики на карабин. Да? Что это у нас такое? Старый. Карабин на плечо. Понятненько. Патрики мы, конечно, для него купим. Купим, дорогие друзья. Хотя, знаете, прям тут, наверное, будем садиться. Ну, сколько здесь. Прям тут садимся сейчас. Пожарим мяском. Пожарим мяском. Знаешь, на дикой природе-то красота поднялась. А он, конечно, будет опасности здесь. Но у нас есть уже какое-то оружие. И мы сможем, если что, отстреляться. А давай-ка делаем тут-то привальчик. Пожарим мяско какое-то. Перекусим. И отправимся в город уже. А на этой ноте, друзья, уже закончим. Будем заканчивать. И, конечно же, увидимся в новых сериях по RDR 2
реальная жизнь. Так, оленя. Оленя пожарим. С собой заберем. Видишь, мы босоноги пока что. Еще не купили себе сапожки. Но обязательно накопим на сапожки. Так, это можно... Нет, есть я не буду. Хотя, знаешь, можно скушать. Да, полностью поднять можно. Энергия. Видишь, тоже поднимается энергия. А, приготовить еще одну порцию. Когда есть, на кого охотиться, с голоду я не помру. А нашей красуле я куплю морковочку. Так, это забери с собой. Это пригодится в будущем. Еще одну порцию. И будем уже заканчивать, дорогие друзья. А спасибо, что пишешь комментарии за вайкончики. Огромное спасибо. Уже увидимся в новых сериях. Реальная жизнь RDR 2. Всем удачи и всем пока.